Продолжаем выпуск. Израиль не имеет возможности нанести удар по Ирану. Он сейчас находится в очень уязвимом положении, и там знают, что для Израиля это будет иметь большие последствия. С таким заявлением выступил в Москве замглавы иранского МИД по ближневосточной тематике. При этом Хусейн Амир Абдаллахиян подчеркнул, что западные санкции против Исламской Республики не являются эффективными и будут оборачиваться против самого Запада. Напомню, Конгресс США принял на этой неделе новый пакет санкций против всех компаний, которые занимаются совместной с Ираном добычей урана и других радиоактивных веществ, а также предоставляют Тегерану нефтяные танкеры и морские страховки, либо иным образом сотрудничают с иранской топливно-энергетической индустрией. Ранее санкции против Ирана усилил Евросоюз. Иран – это большая страна с внушительными ресурсами, и мы можем эффективно ими пользоваться. Мы живем в условиях санкций и заявляем, что они не являются эффективным инструментом. Те, кто вводит санкции, должны думать о своих интересах, потому что для этих стран ущерб может быть большим.